Так, ну Blood X хорошо дают, сразу вижу. Слеер на втором месте среди магов. Вот Blood X надо будет взять. Не, я с таким ФПСом не дам ДПС вообще. Это кто говорит? Это тень. У меня просто слайд-шоу. Такая же херня. 3 ФПС. Я ухожу из клаки, потому что это пиздец. Слабо получается? Похуй получается, а компу 11 лет. Хуя себе. Может, в инсте получше будет? Не замечал, как в инсте у тебя? У меня 14 в манекен. В инсте всегда лучше. У меня тоже на манекене при старте подлагивает, а в CLK вообще никогда. В CLK... Ты видел, сколько людей в клаке, кроме нас? Ну, молоки сильно лагают. Знаешь, ссылка. Акиса? А Акиса что-то больше перемешания стал давать. Это что? Это Энх так много? Новая эра, да. Ебать. Новая эра, все. Перемешание уже устарело, видимо. Ебануться. А Акиса это с какой гильдии? Это с шляпы или откуда? Не-не, ну это мой. Лиги. Чё, значит сегодня Акиса вместо перемешания пойдет, да? Да, перемешание? Они сейчас меняться так будут, подтягивать постоянно ДПС. Ну... По очереди, блядь. Минутка осталась. 50 секунд. Там прожимки у кого откатятся, там на третьей минуте. Ну жестко, кот вообще хороший. Киса красавчик. Ну он на косарь больше его дает, считай. Святос красавчик. Можно потом это безобразие куда-нибудь? Это же пул, там, допустим, на следующий пул уже по-другому будет. Там от проков зависит все. Типа, если он сейчас выдал, а потом может ЦЛК не выдать ничего. Ну вот он примерно его догоняет, вот он сейчас вот, ну они примерно равны. Вот он даже перегнал его сейчас. Блять, бурсты какие-то откатились, волки там или что. 3 секунды. 3, 2, 1. Стопаем. Все, можете чилить. Так, получается, что? Ну давай, Акиту свищнем. Где там Ваня? Он идет, нет? Ну вот смотри, ХКВ заебись дал. Сейчас у Паладина вообще не, блять, нахуй будет тикать, тикать и 19-11к. Ну ты скринить должен сразу. Так. Я скажу, у меня 17к было. Ну тут три паладина били, да, ретрика? Бийца чуть выше Татапси надал. Да. На 90 тысяч. Татапси, да, перегнал немножко. Дис, линканите вот этот, где мы сидим в рейд. Так, ну Blood X надо брать. Blood X надо брать. Blood X это кто вообще? Это кто-то переименовался? Нет, это у нас шляпы. Так. Хант, можешь переставать? Ваня и это на обнове висит. Так, чё, мы Ваню берем, да? Остальные все, получается, чилят. Ну, ХКВ заебись дает, но вот вместо кого его кидать? Паладины нужны, ДКшнику проходка. Ругу Алкину взял. Энх. Ну, если только Энх не захочет, можно взять. Энх, Акиса, чё скажешь, тебе шмот там надо? Он, по-моему, без проходки. Акиса без проходки, я да? Не помню. Ну, Акиса точно, наверное, без проходки. Ну и получается, что, Аскнайту и Акиси проходки делаем. Ну еще там убийцы, наверное, и Татапсини. Убийцы есть проходка. У меня проходка есть. И Татапси, ну вот, получается так. У меня проходки нету тоже. Получается так. А кто это Грасби, это кто? Нихуя, смотри. А, это они били просто. Да, он продолжил бить. Грабли. Угу. Ну вот. Так, народ, кто на замене, кто не сможет в субботу? Если вы хотите полутать приор к концу рейда, будьте, пожалуйста, здесь ближе к 8. Чтобы я вас закинула в рейд и я бы начислила.
Чё, как-то... Если что, в субботу второй рейд. Чё, как-то заскринить или чё, кикать можно? Ну и кто это? Может, на замене сидите, может, у кого-то вдруг? Я себя заскринила. Ну и плюс я начислила 7 ЕП за приход вовремя, если что, я увижу их по журналу. Так, ну все, пока. Что там по рейду? Кто идет, кто не идет? Пытаешь, что на замене, да, сидим, получается? Да, да, да. 6-я, 7-я, 8-я, вот сейчас я вас кикаю, вы чилите на замене и идете в субботу на второй рейд. Остальные все с 1 по 5 летите в ЦЛК, ставьте шкаф. Мы начинаем бить. Трэш. А, так, такой вопрос. Смотрите, если что, у меня есть проходка. Мне вообще шмот ссылка от Пикси не нужен. Если нужно, я кому-нибудь могу место кому-нибудь хапа уступить. Но если он там каких-то боссов не справится, про хилу, я зайду просто и все. Были бы на полипалы свободные. Не, я понял. У меня есть толковые. Не, с перса на перса не надо сейчас. У меня тоже дохуя что есть, типа, ну давай. Нет, нет. А, все, все. Нет, а не придумывайте. Вот сейчас как идем, так идем. Ну, тебя и посмотреть надо, ты типа, ну. Чтобы я был уже стопудово уверен. Вот из Вероники я уверен, как она играет. Сейчас посмотрим. Вдруг ты там, блядь, частицу перевешивать не захочешь. Скажешь, ебать, что за хуйня. Моя частица на этом танке и не ебет. Так как в прошлый раз ты будешь опять говорить, сука, ты чё тупой? Когда частицу кинет, тебе другой паудинг говорит, я уже кинул. Экон, Притон зайдут? Летим в целка. Экон сказал, что на 3 минуты. Да, Экон написался. Так, ну Аськнат, сегодня у тебя экзамен, нахуй. Будешь топ-танком. Блять, а кто у нас тогда третий танк? Я что-то не подумал об этой хуйне. У кого танк вредит? Паладин. Рарник там? Есть? Рарника же вроде есть. Нет, там убийца у тебя же есть третий спек? Вроде танк у тебя был. Не, у меня второй спек танк, у меня один ретрик на Сакуру, один на Мастер Ауру. Ну у тебя танк поддержит же ребро, да? А, Ваня есть. А там да. Надо только на леди мыть и на ребре. Там на леди и на ребро, короче, там. Да, могу поставить. Ну посмотрим. Короче, Ваня есть. Короче, убийца у тебя есть, ну есть еще Ваня спекнется, третьего. Угу. Так, что тут есть Локи в инсте? Притон, зайдет, Слеер. Тыкаем. Не, релукаешь. Тыкаем. Так, ребят, буквально пару минут, мне нужно в банк лишнее скинуть. А то мне ячеек потом не хватит. Я что-то сразу не подумала. Во втором ЦЛК, если будет дохуя народу, типа, вот так же, типа, 30-40 человек, то да, будет замер. Это, закайтите моба там, что-то сделайте. Разъебите его. Ставьте его мне. Принимайте сумон там, The Line. Я попозже буду. Я тоже чуть попозже. Сейчас я пару минут буквально. Что это за синий? У тебя сервер упал или нет? Нет, нет, не упал. Нет. Так, килаю. Пару минут я разбираюсь это. С ячейками, извиняюсь. Давайте это. Отморозок, Пикси и ВБ. Готовьтесь, танка хили сейчас будет пробивать. Чё это за... А, ладно, давай. Короче, я заебался сумонить. Пошли ебашить трэш. Синтек прошел. Ага. Калыван тоже. Thank you.
Из-под морды выйдите, убийца, кто там кого хуярит? Меня трэш хуярит. А, ну да, и гефти без. Пока да, да. Да. Сейчас это скелета добиваем. Эти зауешатся. Только нас уманем. Где притон там? Сука, все-таки добили меня. По бафам пока идем к трэшу. Если притон не придет, я могу предложить отморозков кота, а синтака взять ардрушкой. Это, конечно, хуйня. Будет милик плюс. Ну, так-то можно. Так-то можно. Блять, сагрили еще. Бьем. Ваня, то почти. Он просит замену, если что. Угу. Дайте пати Ваня. И перестаньте шкаф ставить тотем на милихаст. Имейте совесть. Дайте шкаф с уманем Ршама. Тыкаем на сумон. У тебя же этот есть, рестор. В чем проблема? Где Алкина? Зелена, Алкина, вы тут? Да, да, я здесь. Тыкайте на сумон. Призайду, у меня все зависло. Чё ты говоришь, синтека и этого взять, да? Как он называется? Отморозков кота. Ну где синтек? Давайте ему пати. Чё, мне всё-таки в кота уходить? Ты должен это с радостью говорить. Мне как бы просто похуй. Я уже камень потратил на спек. Да, Алкина, тебе пришел сумон? Да-да, пришел. Ты синтеку даете пати там? Короче, пока эта вся хуйня решается, пошли. Пуляем дальше. Жуков бьете, как обычно, в первую очередь. Гнев небес давать этим скелетам, которые вон в рейд пошли. А кто звездопады дает или вот эту вот хуйню? Зачем вы все агрите? Прием. Это не звездопад. А что это? Петы, не блядь. Знаю. Уберите петов своих. Всю хуйню уберите. Слугам трона сбивать косты надо. Сбивайте косты. Вот опять вот, вот это уже звездопад. Нахуя вы, звездопад. Нахуя вы это делаете? Че, все будем чистить, типа? Поставь группу. Ой, забываю все про группу. Там он стоит, кстати. Плав, дай мне помощника. Кому? Артуру. Хейки. Там можешь забирать.
жуков в первую очередь. Одного точечный, потом его ешьте. Закроем здесь сегодня фулл целка? Ну, блять, посмотрим. Ну, в прошлый раз мы бы его закрыли, если бы не рестарт. Ну да. Артур, Артур. Ась. Кинь к нам зандалары из третьей пати, там все равно два зандалара. С третьей пати зандалары давай. Нормалин? Нормалин. Что там, ловушки есть, или? Есть, есть справа. Меня сейчас выбили снизу. Сейчас, подождите, не, не бейте. Не идите, стойте, стойте. Стойте. Все. Те две? А вот это... Да, да. Вот этот тотем, он палит ловушки или нет? Зандаларский. Не чекните, если не сложно. Не видать. Подходим, рыбу ставим, если у кого есть. Конечно, да. Женя, у тебя есть рыбка с собой? Я забыл за её. Одна. А что, ГБ нету, что ли? Масло сразу мажем, чтобы а вам потом... У меня есть рыбка, не паникуем. Чтобы потом не говорили. Сорян, я чуть-чуть это торможу. Не, нормально. Ставьте шкаф. О, синтека надо сумнуть. Нет, в ГБ есть, или там докупить надо. Так, ну убийца спек не что у тебя там за спек? Протопал, да? Да, 44. Дайте шкаф. Блять, ну быстрее. Тык на сумму. Так он же здесь вроде, ну? Синтека нет. Синтек. Фул бафы даем, там каску, ламбу, пристабаф. Ну тыкните на ебаную звездочку, прием. Сейчас синтек явится. А че, он АФК что ли? Не-не. Я о том, что он подгрузится, и уже пристабаф раздам. Ну-ну-ну. Синтек, ты тут? Здорово всем. Привет. Здорово. Привет. Заманять, я банку куплю. Давай. Синтек. Че с синтеком? Лагает или что? А че вот это горит? Убийца. Огоняк? Да, у блян, дохуя поел вот. Теперь. Ну ты смотри, там танси это... сидишь. На этом на ребре. Не таунти, ничего там, ничего не делай. Прожимки прожимай, когда между шипами, между когда каз шипов идет. Там 50 на 50 отдавай, там трению какую-нибудь что-нибудь отдавай. Частицу, короче, на этого, на убийцу повешаешь пикси. Вот, и по двум ДКшникам спамишь. Экон, короче, хилишь через Ice Knight. И ВБ. Ты в холике, да, и ВБ за воином смотришь. Ну и синтек там. Все, тык на сумон. Убийца, ты прям в танке не изменился, как помню, 100 лет назад тебя в танке видел. Да-да-да. Вот-вот скажи, не изменился. Ну, вот не обновляется. У кого, у кого? Ну да, когда ЕПГП было, я не хотел лутать на протика. И они не отдавали, и сразу пылили. Ебать. Ёво. Че, тебе сумон пришел? Банку купил? Все, чек на пул. Видите, выпиваете, все.
Это, Ice Knight тоже тебя касается, не таунтишь, ничего не жмешь, просто бегайте со звездой вместе. Если там спадется, меня на себя повешу. Убийца, Ice Knight просто со мной вместе, в одном месте стоите. Синтек, скажи. Так, можно столик еще маговский, у нас маг хоть один есть? Есть, есть, поставьте столик. У нас их 2 целых теперь. 100 рыбы жрите сразу, берите у магов. Синтек, как будешь готов, скажешь. Маговский хавчик набирайте, чтобы потом на трэше резать ману быстро. Ладно, еще раз проверка. Синтек, что-то там приоделся. Принимайте. Все готовы. На счет 2 припоты, как обычно, на счет 3 пуляю. 1, 2, 3. Геро. Шипы сзади там разбейте с ханта. РДД повернитесь, убейте шипы быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Долго шип на ханте. Так, на первый вихрь я дам незыбку, на второй искнать ты. Вот сейчас, сейчас я даю. Из луж выходим. Подходим к звездочке танки. Вот так вперед немножко встаем. Хилы захиливаем. Пал подошел, да? Да, конечно. Из-за этого ДКшника жирного не видно. Здоровый. Как шкаф. На ребре, конечно, тяжкий ДПС у нас. Давай, стери. Да, я тебе спылу дал. Минута когда еще. А рыцарь тоже спылу дал? Не знаю, наверное. Рыцарь, ты кому дал? Ну, значит, значит, две дали спылу на тебя. Давай этот, Ice Knight, и незыбку. Слушай, выходите. Ice Knight, ага. Да, за всех не задпсишь все равно. Мне надо зомбовара потесить. Так, сейчас на себя обновлю звездочку, слетела. Танки, сбегаемся, звездочку. Быстрее, быстрее сбегаемся. Сюда под морду подходим. Немножко влево. Так, ну истерия есть что дать? Давай. Ну, аниманик. Ушел. Да, ну лагает, пиздец. Я уже думал, кстати, да. Значит, когда добьем босса, все туда сразу, кроме где ханта и кила, и... Ну и там Ваня еще осколки смотрит. Остальные туда, в танке убийца будешь, на леди тоже. С Ice Knight'ом пойдете трэш помощников бить. РДД все туда, хилы все туда. Сразу бить будете. Чтобы время не терять. Так, сейчас я незыбку даю. Слушай, выходим.
Так. Сейчас танки сюда подходим. Подходим. Сидите за спину все РДДшники. Быстрее. Ну, сова, ты прям перед лицом бегаешь, блядь. Убьет же. Поближе стань, айскнай. Дали ДПС и хватит, да? Потом ресните их двоих. Ну или зайдете в инст лучше, зайдете в инст и протанетесь там сразу наверх. Остальные сразу бегите туда, к леди. Трэш. Ну, вроде неплохо, на пункте ДПС там. Так. Килая сочный. Надо, не надо. Где хант? Килай, народ, гильдейский, давайте, пожалуйста, инфу, если что-то вам надо. Короче, где ханту пока скину, если там надо будет это самое. Тапки. Ой, блять, штаны. Миги, тебе нужно, если нет, айснайт. Да, просто, мне не нужна всегда. Айснайт тебе нужно? Я ему по мейну отдам. Квест берите на Дарнована. Ну, давай я... Айснайт надо, нет, дай. Там, если надо будет, еще передадут. Не надо. Это, Килая сочный руль. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной... Блядь. Ебаный руль. Пошли, только не при вздыхать. При надевании ты отдаешь. А сколько не было? Я лоа не переключил. Убийца, мы только вдвоем болим, ты не ролишь. Я просто шучу. Ебаный руль. Можно хоть увидел. Так, квест, квест. Кто будет контролить у нас? Лучше сова, да, какая-то? Пусть приз заведет его вместо, он там станет и будет весь бой стоять. Mm-hmm. Покидаем тело, заходим в инст. Подходите, вы чё? Там сдохли все РДД. Панули, и... Покидайте тело, заходите в инст быстрее, не лежим. По никам называть вас, что ли? Заходите сразу, портуйте сюда. То хилы живые остались, танков хилим. Сейчас сдохнет айскнайт. Чё там, помощник у вас, что вы это, вздыхаете? И служник. Вон он, помощник. Ну и зачем вы его держите вместе в толпе? Вот звезду РДД бьем, милики не подходим. Танки это пиздец. Что вы делаете? Танки, вы первый раз тут? Давайте, мотайте на уск, как кого шотает трэш. Ну не должно быть такого, весь рейд шотается. И рейд тоже... Все РДД, все хилы подошли в пачку и сдохли от помощника, блядь. Вы чё? Дольше бить, так проходить будем дольше. Звезду добейте все быстрее, не ауешьте эту хуйню. Бейте звезду, она взрывы дает ауешные. Вот теперь все, теперь можно бить. Вот это зачем, ну блядь. Пускай в пачке стоит. Короче, этот, подводи туда. Кто это? Аскнайт, подводи к той пачке. Налево, убийца, подводи к той. И агрите, там вон вестник, ревнителя, вот эту хуйню. И этого ведите тоже. Статапсины заберите. Вот, хуярьте тот трэш. РДД, повернитесь и бейте вот этого помощника. Вот, РДД, идите сюда, бейте. Звезду на помощника поставил. Бейте. Милики там пока бейте, только перед лицом ревнителя не стойте. На дискорде, да? Ты кидал стерею или нет? На ребре? Да, да. Ты с пола кинул, да? Отведи немножко в центр этот трэш. Сейчас оставшиеся три заберете, маба, я помощника заберу. Все, агрите. РДД по помощнику играем, которого в сторону грипнул. Вот звездочку поставил. Видите? РДД поближе подойдите там. Ага, вот где-то возле лестницы. Так. Все, вон того, что не согрели, ревнителя.
Только перед лицом не стойте. Поворачивай спиной к рейду. Лая, ты тут? Слушаю. Бронепод есть? А? Бронепод есть один? Сейчас гляну. Да, есть. Да. Я мобов этих стараюсь подальше от леди отводить, что-то привычка. А то бывало, когда их танчили там вот где они стоят, бывало леди задевали то клетами, то еще чем-то агрили. Так, значит, с двух сторон трэш, ставлю меточки, вот где звезда это лево, где кружок это право, вот. В стороне кружка танчит убийца, в стороне звезды два декатанка. Значит, это Тайск Найт, твои мобы непосредственно выходят с ромбика и непосредственно выходят с треугольника. Значит, с этого... Ставьте рыбу, фулбаф, ману ешьте, пейте. Это без метки, где окно. Отсюда выйдет первый пул трэш, выйдет Дарнован. Хейки, ты будешь отвечать за... Че, корни лучше, да? Или что там, или овцу, бля, я хуй знает, как лучше. Потом уже у вас звездопады ебаные будут. Рыбу ставлю. Все, короче, ты будешь на Дарнование. Квест все взяли, надеюсь, не забыли? Перевербовка 25 называется. Сейчас. Быстрее берите квест. Значит, я стаунчу этого босса, этот. Ice Knight, смотри внимательно. Ты кидаешь ЛПшки только в ромбик и в треугольник, в эти два моба. И на следующем трэше тоже. Мой будет с лестницы, и вот этот вот Дидарнован выйдет, только уже следующая пачка. Вот, этот. Хейки, я его отведу к лестнице, там ему закорнюешь и будешь обновлять. Вот и все. А, значит, теперь кто где играет. Первая, третья группа играете слева по трэшу. Вторая, четвертая справа. Алкина играешь тоже справа. Где Хант и Алкина напуливаете конкретно на убийцу, чтобы все мобы на нем сидели. И с всех касается, значит, приверженцы это первый моб, который бьют все эмилики и РДД. Через них играть, их зергать. Потому что если их быстро не убить, будет щит вешаться. И эмилики не стойте перед лицом фанатиков. Если где-то трэш не добили... Слышь, извини, что перебью. Смотри, вот где я стою. Сюда нужно в МК Дарнована завести, и он тут останется и будет стоять. Мне вообще без разницы. Ну, типа, Хейки за контроль. Короче, как я сказал, так он и кинет корни. Я отведу его там, давай, и все. Так, проверка на пул. Тут без припотов. Сейчас все готовы будут, я скажу. Слеер киваю. Все готовы. Фикси, сними, с меня аурку с огня на лед, пожалуйста. Гуляйте, бьем. Так, Хейки, готовься сейчас. Да, я готов. И поэтому-то криту закинул. Угу. Другого только моба забери. Да, я сейчас сгрипну его. Сало дал. Пошел. Вот этого еще моба разбейте, милики. В звездочку. ДД тоже помогите. Ага, все хорошо. Контролим людей, совы есть, там Вадикон, в основном тень убийца Вадикон. Ну, все просто тут, как бы контроль людям даем, не уешим, если в милизону подходит человек в контроле. И служи вот с этой быстро выбегаем. Так, что там до трэша? Есть у кого таймер? Вот, появился. Ты еще воскрешенный один, это РДД, убейте его.
по-моему, магия только по нему бьет. Кружок поставил. Милики, фанатика добейте. Ну вот мобы стоят недобитые. Повернитесь весь рейд, убейте мобов, блядь. Ну пиздец, он уже переродился. Фул, с фул хп. Меня лужа убила. Это хуёво. Водикод, хейки, ресы. Хейки, хейки Булкина, Булкин быстро двигался. Ресы эти потом обновишь, корни там как раз. Фул баф сразу, блин, щиток. Мага забегрючи. Обнови и это. Так, Булкин быстро двигался. Быстро двигался на реснике, масбафы дадите. Блять, не падайте больше в лужах. А мне стрела прилетела и лужа сразу, я даже отойти не успел. Давайте, трэш пошли бить. Трэш активнее бьем. Кто-то хуёво играет по трэшу. Кто-то хуй ложит, мне кажется. Быстро двигался опять, как сдох. Или вы его не резали? А, вот, резали. Надо быстрее вставать, долго встаете. Мобы кастуют взрыв, блять, долго по мобам играете. Вот моба бьем вот этого воскрешенного. Кастерский. Служи, выходим. Кастеры бейте. Там кастеры. По трэшу хуёво играете, ребята. Смотреть рекаунт. С одной стороны, если добили быстро, на другую поворачиваемся. Так, еще на пулы 2 на войда даем. Давай, давайте Геру. Что-то как-то незаметно перевели. Так, немножко отведу. Духи... А мне не надо отводить. Духи появляются, смотри. А, ну да, я забыл, что там дарнован. Три духа появляются, в случайных игроков летят, от них отбегайте сразу. В Гере они будут по площади бить, 30 метров. Плюс вас сейчас тоже, вот тень убийца, блодекс словили. Вам вообще похую, да? Мы вот духи, духи появились. В Гере они будут по всему рейду бить. Вы будете убивать весь рейд. Этот, забери Аскнай. Забери. Так, на истерию. Аскнайт забил. Слушай. Синтек водикода ресы. Сразу фулбаф. Декан дух, да? Не лопайте духов, зачем вы ловите, стоите? Синтек водикона. Синтек. Тут? Дарнован убежал. Все нормально. Уберите свой звездопад. Дайте маги хекс, надо зарезать ему хп. Да не уешьте, просто добивайте босса уже там 7 лямов. А чё, Вадикон, вставай. Чё-то долго, пиздец. Вот синтек. Чё меня... это было? Стрела и дух, да? Синтек. А где Дарнован? А почему он в МК стоит? Есть инфа? Я его в МК делал, попробовал. Окей. Всё, добивайте. Квест сразу сдать не забудьте. Что-то пиздец вас складывает. Багруху мне закинуть, да? Ну да, блядь, багрухи. О, Дарнован, в натуре в МК можно. А чё? Говнище какое-то выпало, блядь. Вообще это надо кому-то? Давай мне. А, тебе на трансмут, да? Ну, лук мне давай. Опа, наручи. Сюда. Так, сердцекол вот этот надо кому-то, пвпшное говно, если это пвпшное вообще. Наверное, не надо. Ну и обоссанное вот это... А, это скрит хостой, смотри-ка, перчи. Может быть, надо кому-то паладины на успех там. Дайте инфу. У пикси, если надо, пусть занимает. У нас паладинов на успех, я не знаю, короче... тебе нужно, пусть напиши. Короче, сей закинул, если что, там, если не надо, будет распределить. Вот это все. Ну все, отдам. Там трэш стоит, когда протанетесь с этими с флажками. А, его... Пикси, что касается ГП, без ГП уходят шмотки, которые у нас в гильдии больше никому не нужны. А уешьте трэш. Чем могу помочь? Нихуя не выпало, как обычно, блин.
Так, татап Синан, говоришь, надо. Не, ну если надо другому палу, то не знаю. Смотрите. Ну, пикси, наверное. Я же говорю, если пикси нужен, пикси, давай. Татап Синан, ты где? А вот. Ты все равно параша на распыл. Ну да. Сейчас будем бить червя. Сверху он летит. Я в пушку. И я хочу пушку. Я хочу. Хантов можно, это неудобно имя. Ладно, что? Сможешь объяснить, почему ты взял нонейма хилом, а не меня, Пикси? Это просит объяснить Симбион. Ну, давай подумаем. Он говорит, 6 лет играет. Наверное, это больше, чем ты. Симбион, если ты перехилишь Пикси, я возьму тебя в любой рейд. Приоритетно. Но ты не перехилишь Пикси. Я особо ХПС не открывал, я не знаю, где посмотреть ХПС на тухлом, посмотрим. У него тем более 4-4, он зандалар, у тебя вообще шансов нет его перехилить. Кто нонейм, плюсуйте. Фейки, плюсуйте. Минус. Берите ранцы все, без исключения. Так. Блять, не туда плюсуйте. Против Алло ретрика спекаться или нет? Да, в ретрика. А искнать на нашем корабле, я туда полетаю, значит в пушках будут... Блять, давайте лучше плюсаните, я скажу, кто из вас пойдет. Кто там нажимать кнопки? Человек. Нажимать кнопки уметь. Че, ливнул с гильдии? Да. Так. Ну, давай, короче, значит, быстро двигалась, где хант. Ваша левая дальняя, левая ближняя, левая дальняя, где хант, левая ближняя быстро двигалась, вот это вот. Значит, с правой пушки будет. Блять, кого же с вас-то? Синтек, ты хилить будешь. Акиса вот в эту ближнюю. Акиса сюда. И в правую, самую крайнюю пойдет. Давай Слеер маг пойдет. Все остальные я уешим. Летаем туда, бьем мага. Так, сейчас ранец. Проверка. Конкуренция жесткая, конечно. Экон. Где Экон? Писал, что-то зайдет. Он говорил, что опять на 3 минуты, да. Блять. Ему похуй на корабли запускать или что? Да, запускай. А что там у нас корабли есть? Да, парашют. У него все есть. У кораблей там кольцо, клитхаст есть, ну еще 4. Сука, сейчас чихну, блядь. Он туда не лутается, у него одно полгородовское, а второе я не помню. Блять, да просто сундук не открывайте и все. Демер одного не ждут, поехали. Так, что у нас по времени? 35 минут. Отстаем. Короче, хилы, все 4 хила ИВБ, там Синтек, хила, Пикси, хилите Войда. По 3 мага буду держать, короче. Так как Айкона нет, перестрахуемся. Ты пушкам кулаки сдайте. Хилы скажете, достаете, не достаете, вот звездочка наверху. Пикси, хилится нормально. И ВБ вижу, хилит, хила, хилит. Пикси хилит, все нормально. Вы, кстати, можете уже перелететь туда. Я же уже поднял этого гуся. И быстрее мага бейте. 3 мага побьем. И ружейников, вот мага добьете, ружейников разъебывать вот этих передних, к нашему борту которого. Ну вы что, начали бой? Да. Отойду. Сейчас на сундук зайдешь как раз. Человек.
У нее зависло в полете. Ничего страшного. Наверное, Мурадин в полете снайпнул просто поэтому. Че, мы одного только мага убили, второго не было? Это второй сейчас будет. Все, мага бьем. Тень убийца, кто тебя пиздит? Ну, еще одного, наверное. Этот, блять, я вот думаю, слышишь, убийца, тебе сильно надо эти штаны на танка, который я ж тебе? Нет, не особо. Я бы взял, снимай, а то меня... нахуй. А то у меня 258, снимай, как стерва. Снимай быстро. Я отдам. Ага. Да я просто думаю, 258. Мне колбу отдашь, все будет. Улетаем. Улетаем, обратно улетайте на наш корабль. Кто там, кот какой-то бьет. Сейчас я, блядь, улечу, тебя убьет, Мурадин. Быстрее улетайте. Надо стаки скинуть ему. Все, я улетел. Сбросим. Все, можете лететь обратно до конца уже. Чешку забрал на ШП, такой радостный, блядь. Радостный от того, что других людей грустно называют. Угу, нет. Ты забрал чешку? Ну. Нормально она прокает? А то я на форуме видел темы, где говорят, что она не прокает по 30 секунд. Хотя они на КД. Блять, я даже не знаю, нахуй. Но это надо по видео отслеживать. Я вот ссылка пойду завтра, надо будет потом по видосу посмотреть. Она лучше, чем карта, которая светлая. Блять, я даже не знаю. Если она нормально работает, то она лучше. Я просто видел темы, что карта тебе. Ой, блять, чешка не на КД и 20 секунд не пропает. Что за? Может быть такое, наверное, ну. Может, у нее шанс меньше просто прока, чем у карты. Да, она должна мгновенно пропасть. Буквально с первого коста. Ну, видишь, если шанс меньше, то может и не мгновенно. Допустим, если там 10% шанс. Считай, ты 10 атак можешь захуярить, и только потом она прокнет. Блять, на X2 у меня была чешка, она нормально работала. Сундук не лутаем. Экон, как зайдешь, скажешь. Эй, Снай, слышишь меня? План на болке накинешь истерию? Ну, я, если что, в игре. Заходи. Заходи, вылезти. Портанешься наверх, скажешь. А ты на меня кинешь, вот. Да, я с пола кину. А потом по откату кидаете. Может, не в ШП? Да, спек неси ШП, подамаш. Мне потом надо будет портоваться, чтобы только. Че у тебя было? Ну тогда подожди, а у кого еще там есть ДД? Может нахуй не спекать тогда или че, или у кого-то еще? У меня есть ДД, это очень надо, но я нихуя не дамажу, сам видел. Все, я тут. Все, я открываю тогда. Все тут вроде. Да. Ну я вот не знаю, спекать, не спекать вас. Давайте в два хила, как будто мы сильные. Да не, блядь, ты еще угораешь. Сдохнем еще нахуй. Еще боешь. Так, монета для коллекции. Да будьте в 5 хилов. Убийца нужен тебе? Похуй, чтоб потом не летать, никуда не афкашить.
Ну, если он так, он на мишку роляет, значит. Ну, он пусть, да, нам не нужен. Почему нет? Так, закинул, короче, этот самый... Вот эта хуйня, скорость меткости. Полупокерский. Владыка, это наш маг или нет? Это наш. Короче, Бладыксу закинул. И боешку. Жестко, жестко. Что у меня вообще ровно не летят свои. Принимайте, я буду запускать. Все тут. Погоди, рыбу поставлю. Куда спешишь? Народ не забафанный. Потому их колупают по 3 часа. Пока представление идет, все разбафаются. В чем проблема? Алкина, заходишь? Да, да, сейчас. Чтобы не выкинуло с инста. Угу. Сейчас я загружаюсь. Так, все, я запускаю с рука, короче. Сначала истерию кидай, а потом все дело остальное тыкай, понял? Да, я у меня макрос. У меня макрос я быстро кидаю. ИВБ, у тебя фласка с маслом закончилась. Я их и не юзал. А тебе норм вообще? Ну да. Поделиться? Не, есть. Это как этот, вставай, ты обосрался. А я и не спал. Хейки, смирись, оно холи приз. Ему не так критично. Тут по большому счету нехуй хилить. Будет еще 4 метки. 3-4 метки. Если трэш быстро разъебывают. 4 это много. Этот рейд должен за 3 максимум расколупывать. Сейчас посмотрим, как ДПС будет. У вас же в это в клаке лагал. За одну метку его сейчас. В клаке же лагал. В клаке? Хуйня там. К 5-й расколупал 2-й рейд, это было очень плохо. 5 секунд. Что, не позорьтесь, а? Готовьтесь. Хватай меня. Теперь давай. Гера где? Геру, давайте. Забирай, ага. Пизда лагает, блядь. Как в клаке так же лагает. Да чё, синий, в принципе, не очень весело. Thank you.
Айс Кнайт, давай не зыбку. Ну, как бы, 303 тысячи ДПС, вот он мне сейчас показывает, это с 5 хилами. Но так по цифрам смотреть, конечно, Татапсина и Зелен по 12, самые маленькие. Там дальше 14. Ой, меня ебан, лок обогнал. Ну, крутой, наверное, скиллованный. Да. Не? Это наш лок. Это нерф или просто пидорас? По-любому. Плащик. Бадрокс, ты не ролишь. Ты это... просто гимн напиши, нужно тебе. Айс Кнайт, остальные все хилы, все остальные ДД, идите агрите, толстого бейте первого. Сейчас два токена раскидаю. Толстого на чумке, который, знаете, не стойте там просто так, блядь. Не смотрите на валик летающих, блядь. А этот убийца тебе нужен или тот-то? Плюс-минус напишите, пожалуйста. Палоки простые, если кому надо, вы инфу давайте. Убийца закинь? А, нет, нет, не закинь, потом разрулим между ними. Если им не нужно. Защитник вообще да, надо? Конечно. Заебали, нахуй, мне тебе печеньки падать. Короче, тебе закинул. Там и Синана будет размерять. Пошли, бежим на трэш быстрее. Надеюсь, вы толстый, вы уже хуярите там, Айс Кнайт. Мы на валик смотрим. Сука, блять, вот. Это же время ваше. Ну вот хули вы стоите, блядь. Я вот просто из-за угла выглядываю, хули вы стоите. Ну, я не могу убить. Айс Кнайт, блядь. Почему ты стоишь? Бля, я в ахуе с вас. Вы хотите проходить или нет вообще? Или всю жизнь будем по 4 часа эту хуйню закрывать? Пиздец, блядь. Вы его должны были уже убить, блядь. Он бьется вон, блядь. 30 секунд. У меня есть вопросик маленький один. Надеюсь, не ко мне, блядь. Так, а все? Нахуй я играю в это дерьмо, если ничего не падает? Ну да, бывает такое. А у меня, а что, кажется, упало? То там плащ какой-то упал на дух каст. Хрена себе какой-то, охуенный плащ бисовый. Дерьмо ебанок, сокрутка. А ну, вот кому этот плащ вообще надо? Ну, по моему мнению, он либо на холле пристали, либо на эрдру идет. Кто его хочет одеть вообще? Как ДЦ скажу, что я хочу. И чё? ДЦшнику можно. Охуенный плащ. Вот отдай килай, ну, отдай килай. Если вашим кому-то надо... Ну, магам... Да, маги... конечно, есть как претендент, но такой себе. Маги, блядь, пускай в Зуламане лутают. 64-й скрит-хастой, нахуй. Они один хуй его поменяют, блядь, они не будут с духом. Маги же СПД крит-хаст носят. Да. Вон, килай, тебе дам дэтрейд. Ну, смотрите, если как бы... Если вас никому не надо, я с удовольствием утащу. Не, я бы отдал только эрдрух или пристам ДЦшникам, ну, в приоритете. Остальные, блядь, ну, если только у этих классов есть, то тогда, ладно, берите. А так... Ну, у меня уже есть этот плащ, мне не надо. Там твой, я тебя не вижу, потом кинешь твой. Пошли потом быстрее, да. Блядь, не стойте там. Пошли быстрее на лестницу. Ну чё вы пиздец так долго? Давайте, блядь, бежим. Бля, лут. Лут? Ёбаный урод. Чё там, боешки были? Сейчас группа. Нет, зелень. Мне просто вечно это, регов не хватает. А. Чтобы больше лутать, короче, шмотов в игре, нужно больше персов создавать. Так больше шансов, что что-то залутаешь. Танков, хилов надо создавать. Нахуй мне на каких-то левых персах, если я этим... Назад, 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 уйдите все, блядь. Не сагрить ничего, блядь. Сейчас этого пидора большого бомбить. У меня есть полминуты релогнуться? Да. Пока великана бьем, есть. Так, большого пидора бьем. Блядь. Представь, какой он тяжелый, и он грипнулся моей притяжкой. Ты как джедай. Угу. Там похуй сколько весит. Нет, в смысле там имеет это дело сколько весит. Ну сильный джедай, короче. Я сильный джедай, нахуй. Граф Дуку, нахуй. Как этот, Йода ебаный. Да, ебаный Йода. Ну это топовый момент, когда он корабль из болота доставал, да?
Этот Люк говорит, блядь, молодой этот. Это, говорит, невозможно, нахуй. Тот хуяк, блядь, зеленый, блядь, пальцами ебашит. Хуяк достал. Прелесть уходит, сука. Короче, самый опасный моб, вонючка. Назад также уйдите все. Первую незыбку я буду сдавать. Вторую незыбку эскнать на... это. Отдай сюда. Блядь. Отдай. Кто говорил, что сторожевой тотем там по 6 тысяч кусает? Так. Зелен, готовься гимн на ХП. Готовься гимн на ХП давать. Можно человеку глаза посмотреть? Сейчас на этой... на... Все, давай гимн на ХП. Дохиливаем. Чумного вот этого гуся там у косты хотя бы кикайте. Или станы мои баните, чтобы не кастовал. Через собаку играть. Готовься, если к нам сейчас незыбку на косте дашь. Давай незыбку. Тут без гимна, наверное, не сдохнут. Я даю гимн. Нормально. Изи. Чего я дохну постоянно, блядь? Не знаю. Слабый просто. Я везде дохну, блядь, что за хуйня? ХП мало, блядь, надо тебе на стамину камни ебашить. Вот это реально, вовсе. В Африке так этой связки не хватает. Это магронабор какой-то, блядь, сломан на Африке. А что там с агронабором? Ну там пипец, он агро набирает. Ты раздифузил? Я его просто не качаю. Сдефузил, да. А рейды не характерно для локов в целом? Слева только слева. Угу. Ну сейчас после этой собаки туда сбегаешь. Тут это самое... Первый стан будет Татапсина давать Дев Небес. На... Стан надо давать именно на косте истребления. Когда мы бы появились. Не сразу, когда появились. Вот не сейчас, а вот сейчас. Вот сейчас давай стан Татапсина. И на втором косте убийца также наш. Если трэш будет. Ой, блять, идите нахуй. Единственный шанс придамажить Афлик, единственный шанс. Вот сейчас ловить меня. Я им сделал. А, как тебя разъебали, я что-то не понял. Мам, мобы что ли? Мобы, наверное, да? Да, мобы. Я 4 дня не поиграл, блять, уже локи какие-то передамажил. Ну иди раздифусь, все пошли на Тухлого. Тухлого. То есть из-за того, что Андрея ебаного Тухлый, нет. Тухлый с какой стороны? Тухлый это слева. Спасибо. А левый это где? Это где, там короче, справа, это где, короче, у праворуких людей АСВД, короче. Рука левая лежит на клаве, там лево получается. Так, надо поставить, наверное, две метки. Блять. Так. И вот так, наверное. Значит, как там было? Шары логнусь 30 секунд. И вы бы в кружке стоишь, Экон стоит в звездочке, остальные хилы где хотите. Можно фул ребаф по локу? Да, сейчас челики релогнутся там. А можно шмотки с орка нормальной? Да. Волю хочешь. Сейчас профа будет заебал поезд. Когда шеем уже залутаешь, начнут шмотки падать. Волю. Я, блядь, помню, фурику с шеем сделал и гоняю с трени вот с этой... Как она, блядь, хостовая геркулемиски, вот этот 264-й, блядь. Ни воли, ни чешки, нихуя. Кружку, помню, выбил. С груля, блядь. Зелен заходит. Белок. Этот, Ice Knight, я скажу, когда забрать, короче, уже после этой гнили буду забирать. Скажу тебе. Просто стоишь, чилишь. О, она куда-то опять офнулась. Чё у неё там? Чек на пол. Погоди, я рыбку поставлю. А, господи, сколько же можно?
Хейки, помнишь, я тебе писал вчера? Вот и меня, Сентек. Фласки с маслами обновили? Они мозги ебут, блядь, меня Света, Сводикон, Лен.